топ-10 фактов для начинающих видеографов. Изучите основы вашего оборудования. Научитесь работать со своим оборудованием. Найдите слабые и сильные стороны вашей камеры. Разберитесь, в каких условиях ваши объективы работают лучше, и найдите особенности ваших микрофонов. Нет ничего хуже, когда специалист не разбирается в своем оборудовании. В любой сфере. Второе. Звук имеет значение. Никто не будет смотреть ваши красивенькие видосы, снятые в 4К, но без хорошего звука. Вместо того, чтобы покупать новый объективчик, лучше купить хорошие петличные микрофоны. Третье. Не бегите за новинками. Новое оборудование не сделает вашу работу лучше. Потратьте ресурсы на развитие себя, пройдите курсы, почитайте книжки или нарабатывайте насмотренность. Включите свет. Даже ваша новенькая Сонечка не сможет выдать красивую картинку без красиво поставленного света. Вкладывайте цветовые приборы и в умение его выстраивать. Пятое. Изучите правила композиции. Понимание основ композиции, таких как золотое сечение, правила тесей и так далее, помогает вам добиться более привлекательных кадров. Продавайте себя. Какими бы вы ни были пиздатыми специалистами, но без крутой рекламы вас никто не узнает. Следите за деталями. Обращайте внимание на детали при съемке, такие как фон, реквизит, костюмы и макияж. Это все очень сильно сказывается на общем восприятии видео. Удалите этот ебаный лут. Начните подходить к цветокоррекции с головой и создавать картинку, соответствующую настроению и атмосфере, которую вы воссоздаете, а не кидать один и тот же лут на все ваши видео. Девятое. Начните общаться с коллегами. Тесное общение с коллегами помогает быть в тренде рынка, получать заказы и помощь при необходимости. Десятое. Начните уже готовиться к съемкам. Изучите хотя бы 5, да похуй, 2 референса, которые подходят к вашей съемке. Зарядите аккумуляторы, подготовьте флешки, сделайте бэкап и возьмите запасные носители, чтобы на съемке не проебаться. А также перед выездом на съемку ознакомитесь с техническим заданием от клиента. Все эти советы я бы сказал себе 9 лет назад, чтобы не допускать те или иные ошибки. Меня зовут Михаил. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на меня, оставляйте свои комментарии с советами для новичков. Я нахуй что-то отвлекся туда-сюда, но зато с душой. Я нахуй больше перезаписывать это не буду, потому что, блядь, ну вообще, блядь, да нахуй. А, пауза. Все, нихуя не пауза. Все, пока. Так что ничего не трогай. Не снимай. Надо теперь этот свет немножко позарядить. Ему пизда. Хотя бы один окно. Слушай, а мы сможем немножко вайбуху создать? Какую? Вот я бы хотел какой-нибудь синий наркоман.